Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеют способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Вне зависимости от профессии, умение чувствовать другого человека и правильно реагировать на его поведение является еще одним качеством, позволяющим людям добиться успеха в жизни. Воплощая на бумаге свою нерастраченную страсть к путешествиям, они плетут причудливую картину стран, городов, характеров и судеб в своей голове. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.